صفة التيمم. تيمم. Вид, то есть, как бывает таямум? Да, омовение песком, то есть таямум. Нам. Януи би кальби. Намеревает в своем сердце. Юсамми бисмилла. Говорит бисмилла. Ядриб би батри кафей аля л-ард. И ударяет своими ладошками на землю. Тураб. То есть на песок. Ау тин, ау рамль, ау хаса, ау сахр. Или же глина, или же щебень, или же камень. لكن لا يستطيع يضرب على الخشب يضرب على السجاد على الثياب على الحديد لا но не может ударять ладошками по дереву или же по железу или же хадиду على مثلا الكتب على الحديد على или же السجاد бумага, или же ковер, على السيراميك لا السيراميك еще السيراميك или же на плитку то есть это все не годится для этого ضربة واحدة один раз ударяет ثم يمسح الوجه потом протирает свое лицо ويمسح اليمنى потом протирает правую руку ثم يمسح اليسرى потом протирает левую руку نعيد مرة أخرى صفة التيمم повторим еще раз вид как выглядит таямум ينوي بقلبه намеревается в своем сердце يسمي بسم الله говорит بسم الله ضربة واحدة على التراب ударяет один раз на песок يمسح الوجه потом протирает свое лицо واليمنى и потом правую ладошку واليسرى и левую ладошку يخرج بهذا يصلي и после этого молится متى يتيمم когда он должен быть إذا لم يجد الماء если он не нашел воды أو كان يحصل عليه ضرر من استعمال الماء كبرد شديد مثلا или же если у него бывает вред от использования воды например если в сильном холоде أو مرض или же он болеет يتيمم тогда он делает таямум نعم